Это Оксана? Это Оксана. Меня зовут Владимир, я журналист из Украины. Желаете ли поговорить со своим мужем? Мужем, правильно? Да, да, да. Он в плену находится. Поговорить? Да. Я готова поговорить, если можно, после 9 вечера, я на работе. Она не поняла вообще чуть-чуть. Муж в плену. Ксюня! У вас муж Оксана, в плену. Оксана, я в плену и вообще-то. Да, я. Я знаю. Ну, у нас просто не будет возможности...